Глава Ленинского городского округа Алексей Спасский проверил ход строительства нового детского сада на 280 мест в жилом комплексе «Южное Видное». Соглашение на строительство дошкольного учреждения было заключено еще в 2013 году. Но из-за финансовых затруднений застройщика работы на длительный срок были приостановлены. В прошлом году, под конец года, то есть все-таки застройщик услышал и просьбы администрации жителей, то есть мы понимаем, что по данному микрорайону у нас очень большой дефицит в детских дошкольных учреждениях. И активно приступил к завершению строительства детского сада на 280 мест. Сейчас полностью закончены все монолитные работы, произведено остекление здания. В данный момент оформляется фасад дошкольного учреждения. Сотрудники отдела по строительству на ежедневной основе контролируют все действия застройщика. Фактически сейчас на объекте 12 человек, есть сформированный график. Пока в настоящее время для фасадных именно работ рабочих хватает. Как только завершаются эти работы, уже переходит к инженерке, к внутренней отделке, полностью готовности объекта к его сдаче. На этом этапе, как подрядчик также сегодня озвучил, будет усиление рабочих до 60 человек на объекте для того, чтобы объект был сдан в срок к августу 2022 года. Необходимо за июль получить заключение соответствия Госстройнадзора, в августе, в начале августа получить разрешение на вот эксплуатацию, дальше процедура по передаче объекта муниципальной собственности и потом открытие. Поэтому думаю, что наши планы будут выполнены, мы откроем и свое обещание сдержим. Стоит отметить, что сейчас в округе идет активное строительство нескольких детских дошкольных учреждений. В пригороде Лесное возведут два садика на 360 мест. И в поселке Лопатино в рамках госпрограммы тоже появится новый на 200 мест. Также проектные работы ведутся в ЖК «Римский квартал», «Южная Битца» и «Дрожжино-2». Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, «Видное ТВ».